Порядка 7 новых многофункциональных спортивных площадок появится в городе к сентябрю. Сегодня на месте будущего мини-футбольного поля побывала комиссия Ярославской мэрии. Площадка для мини-футбола появится на территории спортивного комплекса «Чайка». Там уже проведены подготовительные работы и все готово для настила искусственного покрытия. Во вторую очередь на поле появится искусственное освещение. Строительство площадки проходит в рамках областной программы. По всему городу предстоит создать еще несколько подобных спортсооружений. Площадка действительно востребована. Это достаточно будет значимый спортивный объект не только во Фрунзенском районе, но и в городе Ярославле. Потому что аналогичных площадок их просто нет. Те, которые соответствуют всем стандартам, предъявляемым на сегодняшний день спортивным миром. На площадке сегодня работала комиссия мэрии. Им представили проект будущего поля и наглядно показали проведенные подготовительные работы. А что за рисунки? Когда они появились-то хоть? Вот только сняли ограждение, Александр Витальевич, и тут же, буквально на следующий день, к 12 часам, молодежь у нас разрисовала, видать, ограниченное пространство, стихийные художники, пространство почувствовали, что можно, и стали рисовать. На этом поле будет площадка под мини-футбол размером 46 на 31 метр. Ну, в целом, если сказать, в этом году будет у нас 7 площадок. И в Дзержинском районе, в Красноперекопском районе, во Фрунзенском районе. Все помнят, как в прошлом году мы открывали 4 площадки. Я думаю, эта работа будет продолжена. Также мы эту работу делаем совместно с правительством Ярославской области, их львиная доля финансирования, ну и бюджета города Ярославля. Я думаю, жители оценят то, что здесь будет создано.